Ничего себе! О мой гаш, ты кто такой? Герман! Герман! Точно. Есть, отлично. Поговорим! Я готов! Клады! Солдать! Всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV. Мы продолжаем проходить Человека-паука. И сейчас я, знаете, где нахожусь? На башне Мстителей. Смотрите, сейчас я вам покажу. Полетели. Вот она. Замедленная. Включаем, вот. Ух, все, полетели вниз. Ах, давай, отлично. Так, у нас задание там, что-то какого-то надо Генри остановить. Помните, в прошлой серии в конце нам позвонила, как ее зовут, Юрок. Девчуля позвонила и сказала, что надо какого-то Генри остановить. Ну, поехали, остановим его. Паучий кувырок, отлично. Оп. Еще раз. Так, надо пониже. За это мне дадут какие-то призы, если я буду у самой земли это делать. В смысле, перемещаться. Ого, смотри, куда. Ого, это что такое? Куда мы залезли? Куда я залез? Я где-то внутри в каком-то здании? Да, точняк, а как мне отсюда выйти? Голосовать за Осборна будешь? Почему нет? Эй, паук, а как мне выйти из этого здания? Это нечестно. Человек-паук может. Что за здание? А, все, нашел. Так, давай, вылазь, мужик. Так, сюда, да? Ух ты, какое здание разноцветное, прикольное. Смотри, как светится все, вообще класс. Прыгаем и дальше, погнали. Так, бандит, давай сюда, там бандиты внизу, вышки нам еще надо подключать. Ого, это что такое? Фиск! Смотри, Fix Construction. Ничего себе, это его, короче, все, да? Да, похоже. Ладно, мы сюда полетим. Нам надо Генри, какого-то Генри там остановить. Что за Генри? Подкрепление в корейский квартал. Ого, где корейский квартал? Эти ненормальные, так кого-нибудь собьют. Ох. Там, смотри, на машине кто-то. Где машина? Я не вижу. Поехали, быстрее. Я ее потерял, что ли? Где-то здесь были. Вон. Поехали, вон она машина, тачка. Все, вижу. Погнали. Коп-паук снова в деле. Вперед. Ушли. Да что со мной да не так? Да как? Как ушли? Я же их преследовал. Ты издеваешься, паучок? Провал, угнанная машина. Эх, жалко. Ладно, не смог. Всем машинам произошло нападение. На кого? Всем машинам ставит антиответчик. Вот здесь где-то нападение. Только трусы нападают на беспомощных. Че вам надо? А ну-ка сюда. Намечается потасовка. Класс. Сюда пошел. Давай, давай, давай. Иди сюда, держи. А, пах, пах. О, давайте, кстати, мои активируем эти ноги. О. Давай, иди сюда. Ох, щупальцы, смотри. Что такое? Кто? Ты? Сюда иди. Давай, хватай его. Ох, да, вот так, отлично. Все, последний остался. Сюда. О, киданул его. Смотри. Все, что ли? Смешные, да, вы, хулиганы. О, два жетона. Совершите серию с 10. Отлично. Выполнили. Так, где? Да, все, нам сюда, похоже. Погнали. У нас задание. У нас задание, да. Вы могли слышать о грабеже на аукционе Роузмана. Но вы вряд ли знаете, а мои источники знают, что нападавшие носили маски. Ужасные демонические лица. Откуда вот ты еще знаешь? Один пример замаскированных преступников, порожденных появлением Человека-паука. А вы как думаете? А при чем здесь я? Вы видели с Джейм Джона и Джейсоном. Ага, я вас понял, но Человек-паук сегодня задержал этих парней. Считать его таким же только потому, что он... Так,
Так, все, Джеймсон, отстань, у нас задание. Ох, ничего себе! О мой гаш, ты кто такой? Герман! О, погнали за ним! Сдавайся, ты меня не поймаешь! Ты это уже говорил! Сюда, я иди! Я тебе не враг, но ты меня предотвратишь! Какой ты чуткий! Сюда давай! Давай, ну-ка! Зачем тебе деньги, Герман? Он что, ограбил? Да, мне плевать! Просто пытаюсь поддержать разговор! Хватит болтать! Но было бы куда приятнее, если бы мы обрели душевную связь. А, я забыл. Слушай-то у тебя нет? Погнали. Ну уже, Герман. Что-то он хотя передвигается бы со мной, как-то. Так будет интересней. О, треугольник. Точно. Есть, отлично. Поговорим. Я сказал, хватит солдать. Гаденыш, а. Понял. Герман! А зачем ты вообще грабишь людей? Полиция же следит за каждым твоим шагом. Да, ты туповат, но я не знал, что ты настолько туп. Наверное, дела у тебя плохи, и значит, ты крадешь не для себя. Наверное, ты... Шокер скрылся? Как так? Я же его преследовал. Я чуть не понял, как это он скрылся? Серьезно? Что-то я не... Так... Герман, а зачем ты вообще грабишь людей? Полиция же следит за каждым твоим шагом. Да, ты туповат, но я не знал, что ты настолько туп. Наверное, дела у тебя плохи, и значит, ты крадешь не для себя. Наверное, ты с кем-то работаешь. Или на кого-то. Если не назовешь имя сам, я его из тебя выбью. Выбирай. Иди сюда. Ох, ничего себе! Он что, стреляет? Вот же гад, а. Так, давай преследуем, все, не отвлекаемся. Ой, давай быстрее, паучок. Ну же, нет. 86 метров, он сейчас уйдет. Давай, на перехват. Погнали, быстрее, надо его как-то догонять. Все, 40 метров. Давай, давай, все, есть треугольник, отлично. Иди сюда, Герман, а? Ты посмотри. Ох, ничего себе. Давай, все. Знаешь, Герман, как личность, ты ноль. Но костюм у тебя классный. Обсудим покрой. Может, позже. Кто он такой? Что-то я не помню. Шокер какой-то. Что-то я не помню такого шокера. Был он, не было, ребят. Напишите в комментариях. Может, что-то подробно о нем знаете? Молодец, Человек-паук. Ты узнал о его мотивах? Пытался, но он молчун. И еще ненавидит меня. Да, и не только он один. Но ты ведь меня любишь? Я тебя терплю. О, таких приятных вещей ты мне еще не говорила. Так, отлично. Скинься возвышение. Пройдено. Новое побочное задание. У меня появилось свободное время. Может, заняться той маской поподробнее? О, это МДжей. Привет, МДжей. Поздновато ты. Я только что смотрела новости. Похоже, у тебя было веселое приключение с Шокером. Шокер. Ага. Он оказался неожиданно агрессивным. В любом случае, спасибо за ужин. Сколько я должен? Как насчет услуги? Та маска из галереи еще у тебя? Да. Я как раз иду в пир поговорить о ней с Мартином Ли. С Мартином Ли? Почему? Он доктор искусствоведения. Если кто и знает о происхождении маски, так это он. Держи меня в курсе. Как я и говорила, за всем этим явно есть какая-то история. И я намерена ее раскопать. Ну, да. Так значит, я могу звонить в любое время? Да, время, повод, неважно. Так, значит, окей. Мы снова общаемся. Классно. Мы прибыли сюда. Так, давайте вообще посмотрим, что у нас здесь. А, ну этот район мы с вами освободили. Так, у нас тут осталось... ух ты, несколько зданий, которые надо пофоткать. Раз, два, три, четыре, да, получается? Да. Ну-ка, тут вообще вот пишут, смотри. Достопримечательности, да, 4, недоступно чего-то. Еще преступление бандитов 3 из 5 мы выполнили всего лишь. Ну ладно, давайте пойдем по заданию, потом можно будет вышки поосвобождать.
Сейчас давайте задание это выполним уже. Поговорить с этим китаёзой. Уже который... почти утро. Мистер Ли скоро придет. Надо бы перекусить. Ну давай перекусим. Я бы тоже перекусил, конечно, но мне некогда, я играю в тебя, Человек-паук. Ничего себе, сидит бургеры или пончики, что он там, пончики кушает. Еще и в ВКонтакте, походу, зависает. Ладно. Все, отлично, утро наступило. Так, нам надо поговорить с этим мистером Ли. Обычно да? В это время мистер Ли у себя. Так, наверх, наверное. Да, пошли наверх. А, вот, да, точно, мы же можем активировать и смотреть. Отлично. В других приютах я никогда не могла расслабиться. Так, нам сюда, да? Я правильно? Да, все правильно, все верно. Давай, заходим. Вот он этот, китаёза. Питер, чем могу помочь? Простите, что отвлекаю, мистер Ли. У меня есть подруга Мэри Джейн, она репортер. Она пишет статью про рынок искусства и нашла вот это... Ей нужно мнение эксперта, а у вас ведь есть диплом. И, возможно, сейчас он впервые мне пригодится. Что ж, показывай. Любопытно. Где она нашла? Я точно не знаю. А что, что это? Копия маски из китайской оперы. Давно я таких не видел. Этот знак примерно означает демон. Демон? Мой папа читал мне сказки про духов в таких масках, когда я был маленьким. Я очень боялся. Слушай, Питер, эта маска, она может быть связана с опасными людьми. Мэри Джейн, лучше найти другой сюжет. Думаете, она в опасности? Я не знаю. К чему рисковать? Это странный тип. Это мне не нравится. Эй! Символ внутри маски означает демон. Мистер Ли здорово испугался. Никогда его таким не видел. Он даже сказал, не стоит в это лезть. Как интересно. Думаешь, мистер Ли знает больше, чем говорит? Нет, больше похоже на какие-то неприятные воспоминания. У него было трудное детство. Понятно. Демоны, значит, хорошая кличка. Так, я сажусь за статью. До встречи. Ну, все прошло почти так, как я надеялся. Ну, ладно. Ладно, ничего не понятно, короче. Демоны, так демоны. Нам какая разница, кого бить, да, ребят? Нам вообще без разницы. Хоть демонов, хоть носорогов, хоть, не знаю, там, кто там еще есть, скорпионы. По барабану вообще. Лишь бы круто позабавиться. Так, что теперь? Маска пройдена, получен опыт 1500. Кстати, давай смотреть костюмы. Что-то новое. Ух ты ж, еще новенький костюм. Костюм Старка. Братишка-паучишка, призыв союзника, сражающего на вашей стороне в течение ограниченного времени. Научные жетоны нужны, ребят. Круто. А где мне их получить, научные жетоны? А научные жетоны мне надо... Так, вот достаточно себе костюм багровый паук. Так, еще что? Может быть вот этот? Паук-панк? Серьезно? Да нет, вот этот костюм Старка мне нравится. Прикольненький такой, да? Это костюм Тони Старка. Который нам подарил. Научные жетоны нам нужно, чтобы его открыть. Так, смотри, атака. А, у каждого костюма, в принципе, они не меняются практически. Атака, скрытность, все одно и то же. Да, оно не меняется. По сути, костюм это просто ничего. Так, ладно, подожди. Мне еще нужно было вот эту вот штуковину. Тоже жетоны испытания. А где их взять? Что такое жетоны испытания? Так, навыки. Ох ты, очко навыка доступно, давай, пошли. Вот это что, возможность подтянуться на планетине два раза подряд без потери высоты. А, прикольно, все, делаем. Отлично. Дальше. Ох ты, нажмите в момент контакта с точкой, чтобы существенно увеличить дальность прыжка, вот это круто. Все, потом начнем вот отсюда.
переката... Так, приземлившись, нажмите X, чтобы во время переката снова взмыть в воздух. А, прикольно. Потом вот это будем. Протягиваться в воздухе, чтобы поднимать противника вверх и делать их уязвимым для воздушных атак. А, ну прикольно тоже. Ладно, я пока ясно. Не нужен доку в лаборатории. Паучку пора поработать в городе. Так, да, исследуйте город, чтобы улучшить свое снаряжение и способности. Да, надо исследовать. Короче, а что за жетоны... Это жетоны... А где жетоны этих испытаний? Как их получить? Так, это жетоны. Научные жетоны, жетоны, так, жетоны преступления, жетоны испытания. Чтобы получить жетоны испытания, проходите испытания. Чтобы открыть, получите жетоны испытания. А где жетоны испытания взять? Жетоны рюкзака, смотри, у меня есть 8. Список приемов у нас обновился тоже. Список приемов, вот, новое. Разоружить, удерживайте. Ага, треугольничек, чтобы разоружить. А, еще что-то новое есть, смотри. Давай посмотрим, что новое. Да нет, вроде бы ничего нового. А, ну все, вроде бы больше ничего не нового. Ладно, давайте тогда будем собирать рюкзаки. Вон там есть рюкзак какой-то, который мы можем собрать. А я вообще предлагаю сначала вот сюда поехать. Сфоткай какое-то там здание. 666 метров. Это что такое? Совпадение? Не думаю. Внимание, погнали. Замечено незаконное вторжение. Следуйте в тачдаун. Ух ты, я не на ту кнопку нажал, взял, выполнил. Давай. О, хорош. Вот это я передвигаюсь, а. Ух, хорошо. Все, вперед. А, вот это здание надо сфоткать. Да, вот это. Сейчас найдем какую-нибудь точку. Тетя Мэй. Питер, со мной говорил мистер Ли. Он встревожен. Ты что, ввязался во что-то опасное? О, всего лишь расследование Мэри Джейн. Не волнуйся, я скажу ей быть осторожной. Прошу, скажи, что вы снова вместе. Мы снова общаемся. Уже что-то. Надеюсь, я не огорчил мистера Ли. Он просто обеспокоен. Меня тронула его забота. Ты ему нравишься. Он восхищен твоим стремлением помогать другим. Думаю, ты ему напоминаешь его самого в молодости. Вы оба сироты, оба очень умны. Да, я тоже им восхищаюсь. У тебя классный босс, Мэй. Я передам ему это. Люблю тебя. Так, люблю тебя, Питер. Нам надо сюда. Давай, паучок, отлично. Ух, хорош, погнали. Это что, мост надо сфоткать, что ли? Алло? Питер, это доктор Октавиус. Привет, как дела? Капрал Текситер пришел на примерку. Я совсем забыл. В смысле, не то чтобы вообще забыл. Короче, скоро буду. Эти твои опоздания... Твои опоздания, так. Все регулярнее. Хватит уже, Паркер. Давай, соберись. Он прав. Как я мог забыть о времени? Как, ты же сам сказал, что тебе ничего не надо делать, а сам забыл. Что ты творишь, паук? Давай. Так, что нам надо сфоткать? Произошло ограбление. Ближайшая машина, ответьте. Все машины на Корлинсхук. Прием. Вот это здание? Что там? А, туда вниз, походу, надо спуститься. Полетели. Почему все суперзлодеи тянет в Нью-Йорк? А что тут сфоткает? А что это такое? Вот это что ли, объект? Награда, Мод Стрит, Чайнатаун. Достопримечательность. Подожди, а их как-то можно посмотреть вообще, нет? Вот эти. А, коллекции смотри. А, так, это что, ресурсы, рюкзаки, архивные эти, аудиозаписи. А, и все, тут нету такого. Только в рюкзаках каких-то коллекций. Тесты. А, вот тесты, смотри. А, вот это тесты, за них, короче, дают, да? Вот эти надо тесты выполнять, свободное падение. Смотри, вот скоро у меня вот это. И, наверное, за него жетон дадут. Эти тесты, что ли? Я что-то не могу понять. Где жетоны? Так, нет, коллекция. Вот здесь жетоны, да? А, нет, жетоны испытания. Вообще какое-то новое. Научные жетоны. Вот эти жетоны испытания, я еще такого не видел. Жетоны испытания 5 из 6 что-то. Непонятно. Такого, по-моему, у нас еще не было. Ух ты, преступление! Давайте, время Копа-пауку заняться.
вперед. Вон там. Вон там преступление, я вижу. Что они тут задумали? Кого-то грабят. Кого-то грабят? А ну кого сюда. Ух ты, ударил. Так, а ну-ка давай. Подожди, подожди, назад, назад, Питер. Назад. Ох, отлично. Иди сюда. Кто там? Ох, что-то мне бьют меня, ребят. Так, а есть тут что-то? Так, совершить серию из 10 приемов. А, ясно. Давай. Да ты чё, не получается, а? Давай, 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 бьем. Ай, ну нет, нет. Все, что? Нет, ах, да, плохо. Люблю сейчас. Даже тонну дали, ну да ладно. Спасибо. Вы, наверное, не поймете, но финансовые проблемы это все. Ладно. Я психанул из-за того, что не смог нормально сделать. Так, ну да ладно. Что у нас тут еще? Мост? Все, последняя достопримечательность в этом районе. А, я могу, наверное, ее отсюда сфоткать. Ну-ка, на фонарь давай залезем. С наилучшими от главаря! Чего? Кто? Где? Я фонарем. А ну-ка сюда иди. Все, выбил у него оружие, смотри. Сейчас будет больно. Ага, сюда иди. Вот так, сейчас я тебе сделаю. Больно. Надо быть поаккуратнее с моими поклонниками. Все? Да, все, больше нет, Джонни. Что за... Так, давай сфоткаем мост. Вот это, да? Отлично. Красота! Так, кадр не сильно красивый, ну и да ладно. Достопримечательность пройдена, отлично. Так, нам теперь куда? Нам теперь куда-то... Подозреваемый уходит, нужно подкрепление. Где? Пошли. На севере Чайна-тауна. Быстрее, 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 300... 320 метров. Быстро, 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 погнали. Где он? Вон он. Вон она, машина, погнали. Свободное падение, плюс 50. Ага, а вот и скоростная погоня за машиной. Просто остановитесь, придурки! Погнали. Следите за дорогой внимательно. Пора на выход. Есть один готов. А где еще один? А как? Грубо. О, что-то нажать надо. А, вот, все, есть. Готов? Второй. Ой. Эй, обе руки на руль. Давно не виделись. Есть. Отлично. Теперь машину как-то надо остановить. Отлично. Остановил? Да, остановил. Вот так, да? Бывали поездки и похуже. Так, безопасно остановить машину. А как это сделать, безопасно остановить? Я что-то не понимаю. Все, ребят, все. Я уже совсем разобрался. Вот так-то. Бесит меня эта урна. Так, есть еще тут какие-то задания, нет? Вроде бы... О, вот это что такое? Чайна-таун, пир. Так, мне же надо к этому доктору Октавиусу. А где? Это что такое? Тайник Фиска. Я обзарядил. Это что? Это моя квартира в Чайна-тауне, да? Так, а где лаборатория? Вот это лаборатория. Так, не забывай день, Гринч, основное задание. Ну ладно, поехали. Так, не забывай мне день, все, погнали. Что такое, все нормально, что вы орете? Я же вроде бы совсем справился. Так, сюда, вот так, будем путешествовать. Вот, хорош. Сюда, вот, по крышам. По крышам. Отлично. Можно по крышам просто прыгать. Ух, хорошо, сколько я уже крыш перепрыгнула. Давай, погнали. Ух, хорош. Полная концентрация. Давай, сальтушку. Сальтушку.
Спешит! Человек-паук, разойдись, народ! Ой, зачем я спрыгнул? Ух ты ж! Где-то опять какие-то гады что-то задумали. Да, я! Вряд ли вы чините замок. Так, что здесь? Атаковать сзади. Так, атаковать сзади. Он идет прямо с нас! Есть. Так, еще что там? Какое задание? Взял трех врагов паутиной. А, ясно. Так. Трех врагов надо паутиной привязать. Сюда иди. Вот этого. Есть. Готов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, мужик. Так, давайте. Давайте как-нибудь сюда, поближе к стене. Пожалуйста, мужики, мне надо вас... Ох, это больно. Вот, вот этого. Готов. Все. А, и ты последний остался, да? Давай. Ха, получил? Давай. На, давай его с крыши сбросим. Хоп. Полетел. Совет. Пока не научились как следует взламывать, не беритесь за взломы. А, у меня вопрос. А как он, собственно, к стене прилип? Ну да ладно, сфоткаем это. Прикольно. Так, погнали, нам дальше. Нам дальше, ребят. У нас основное задание. Ах, я руки эти вытащил опять. Слушай, я хочу попробовать фоторежим. Ну-ка. Селфи. Селфи. Отличный кадр, да? Да, селфи, смотри, я лечу. Паутина там у меня? Ага, паутина. А можно еще, смотри, свободную камеру выбрать и вот так снять. Сидя, пусть. О, вот эти руки его. Не руки, а что это такое? Это не руки, это... Ну, типа руки, типа клешни, непонятно, короче. Но он летит на этих клешнях. Кадр неплохой. Ладно, погнали, выходим из этого режима. А, где у нас лаборатория? Ух, хорош. Давай, паучок, прыгай. Эй! Что такое? Кто? Где? На помощь сказала. Кто там на помощь сказал? Нет. Тут сигнал не ловится. Надо поискать другие вышки. Понятно. Понятно. Надо вышки, короче, разблокировать. Я не вижу, потому что вышек нет. А вот вышка. Вот рядом вышка. Рядом вышка, давайте сразу. Вон. Вот здесь вышка на этом доме. Паук. Вперед, где вышка? Тут? Вот она. Вперед. Расшифровать. Давай, расшифруем ее. Так, нет, что-то сильно. Это вот так примерно, да? Или как? Ай-яй-яй, не знаю. О, есть, отлично. Хорошо, во, вышки в районе Гринвич. Всего две из трех мы нашли. Еще где-то одна вышка. А вон, преступление снизу. Сразу давайте попробуем преступление сделать. Так, пропускаем этот момент. А где преступление? Вот здесь. И что там? Ограбление. Победить бандитов. Ух, так это изи. Здрасте. Кого сфотографировать? Подбросить в воздух. Совершить серию из 10 приемов. Ага. Ясно? Ой, подожди, надо серию здесь. Да что ж ты будешь делать? Как вас много, а? Да подожди, нет. Давай, паучок, ты да нет, я же уходил. Давай, из 10 надо. Есть, все, сделал. Ой, уходим. Отлично, идеально. Хорош. Сюда иди. На, держи. Вот, вот это отлично. И ты последний, да? На. А, вот, ты еще. На, иди сюда. Полетел. Конец грабежа. Хорош. Вау. Еще два жетона. Счастливые финалы. Отлично. Так, куда нам дальше? А нам... А вот и вышка тут рядом где-то, ребятки.
Тут рядом где-то вышка. Давай пойдем освободим сразу ее. Погнали. А вон она светится, походу, да? Жажда скорости. Что значит? Погнали, погнали, погнали. Паучок наверх. Ну. А, ладно. Сюда. Вот вышка. Где она? Я не вижу. Не вижу вышки. А, вот тут наверху, наверное. Все, приземляемся. Пошли. Так, вот эта вышка, да. Расшифровать, давай. Аскорб. Тут все, походу, аскорб делает, да? Есть, отлично. Готово. Процент покрытия. Все, все вышки мы в этом районе расшифровали. Смотри, сколько. Ох ты, сколько достопримечательностей здесь. Сколько рюкзаков. Вот рюкзак рядом, между прочим. Давай, пошли, рюкзачок возьмем вот этот. Давай, погнали. А вот он. А где он? А, вон он. Ну-ка сюда, иди, рюкзак. Рюкзак. Отлично. Ух ты, что это такое? Перепонки из паутины. Думал, что смогу парить на них, но они так и не заработали. Осмотрелись круто. Перепонки из паутины. А, у него где-то этот, под мышками, короче, эта штучка была. Перепонки эти. Опять но этот Джеймс. Я вынужден еще раз подчеркнуть, что не отвечаю за действия Макдональда Мака Гаргана по прозвищу Скорпион. Да, как я и говорил, я оплатил эксперимент, который дал ему невероятную силу, скорость и этот ужасный робохвост. Я хотел создать античеловека-паука, который бы остановил угрозу, а не сам стал ею. Я не знал, что он псих. Думаете, в его резюме написано «псих, помешанный на ядах». Его адвокат явно пытается сократить срок его заключения на плоту, вешая вину за его преступление на меня. И с этим Джей Джона Джеймсон не станет мириться. Окей. Как это он, получается, создал этого Скорпиона? А, прикольно. Я про Скорпиона вообще не знаю его историю. Так, все, мы прибыли в лабораторию. Сейчас нам нужно, значит, опять разгадки какие-то делать, видимо, в лаборатории. И сегодня прибудет первый пациент, который хочет примерить руку. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. По фильму вроде... О. Как она действует? Как настоящая рука. Подумайте, что хотите сделать, и... Смотрите, какая... На самом-то деле, какое полезное это... Какая полезная эта вещь. Да! Эй! Эй! Что вы себе позволяете? Нарушение мер безопасности. Что случилось? Прекратите сейчас же! Это очень хрупкое оборудование. Ну все, я немедленно звоню мэру. Питер Паркер, как твои дела? Норма. Помяни черта. Норма Носбах. О, ну хватит. Сколько мы уже друг друга знаем? Я мистер мэр. Да, Норман, Норман. Норман, что ты, черт возьми, делаешь? В твоем соглашении на грант прописаны меры безопасности. И это не первое нарушение. Нам прощали. Мной. Мы должны были конфисковать все уже давно. Но у меня прорыв. Спасибо, что послужили на благо нашей страны. Эти ребята проводят вас в Ascorp Robotics, где вы получите современный протез. Бесплатно. Дело ведь вовсе не в безопасности, правда? Я пытаюсь помочь, Отто. Ты можешь продолжить работу в безопасном месте. А, в Ascorp. Ты всегда очень быстро соображал. Ты совсем не изменился. И ты тоже. Эй, Питер. Гарри возвращается из Европы в начале года. Может, вы наконец-то откроете дело, о котором столько говорили? Это
превосходнейший шанс. Тише, тише, тише. Они же не забрали все. Мы сможем начать заново. Питер, какое там мы? Без городского гранта я не смогу тебе платить. Мне нужно подумать. На твоем месте я бы искал работу. Пипец. Ну да, вот так из него и сделали. Получается, этого... Как его звать, ребят? Я забыл, напишите комментарий. Как его зовут? Окта. Ну, короче, вы поняли. Забыл. Так, незабываемый день. Пройдем. Этот Норман... Хотел бы я помочь доку. Может, позвонить Гарри? Попросить его поговорить с отцом? Нет. Норман никогда не слушает Гарри. Даже пытался лишить финансирования его станции. Эй, одна из станций совсем близко. Надо узнать, как там дела, пока Гарри в Европе. Что за станция? Должен быть способ помочь доку. Я что-нибудь придумаю. А ну-ка, давай. Вот сюда наверх заберемся. Что за станция? Что-то я не понял. У нас новый уровень, ребят, тем временем. Отлично. Так, давайте зайдем. Костюмы. Что новое? Так, здесь у нас что-то новое, да? Смотри, ну я вот это так и не могу, потому что у меня жетона испытаний нету. Вот это что такое? Нужны научные жетоны, два нужны. Адаптивный лист, ослабление эффекта светошумовых и оглушающих гранат. Ну это такое себе. А вот это что? Паутинные атаки приносят дополнительную концентрацию. Ага, прикольно. Так, а из костюмчиков что-то новое появилось? Так, научные жетоны нужны, чтобы вот этот открыть костюм. А как мне? Подожди. Я могу вообще туда прийти, а? В лабораторию? А ну-ка, давай посмотрим. Я могу туда, в лабораторию, прийти? Вроде да. О, подожди, давайте повыполняем задание. Мне нужны научные жетоны. Сейчас попробуем, короче, научных жетонов подобывать. Сколько сможем. Ой-ой-ой, доктор Октавиус. Жалко, конечно, его. Видишь, что этот Норман Осборн его подставил. Норман Осборн — это гоблин, по-моему, кто не знает, ребят. Потом стал Гарри Осборн гоблином, когда паук, по-моему, его победил. Так, тут что? Питер. О, Питер. Даже не знаю, зачем я это тут записываю. Норман подрезал нам крылья. Скоро мы лишимся лаборатории. Да. Мы были на пороге величайших открытий. Дайте нам чуть больше денег и времени, и идеи в наших головах принесут щедрые плоды. Так, стоп. Идеи в наших головах. Боже, Питер, вот оно! И вот он начал идеи какие-то осуществлять. Так, давай смотреть. Да, нам доступно два испытания. Так, анализируй образец С06. Давай смотреть. Обнаружить неизвестное вещество. Генерация спектрограмм. Испытание биосовместимости карбоновых нанотрубок. Ух, ничего себе. Вот это тут уже сложняк попер. Все, разобрался, ребят, все. Фух, наконец-то. Ну, так себе сложненько, но, в принципе, решаемо. Неплохой вариант для вживления в ткань. Но можно придумать и лучше. Так, еще одно. Еще одно неизвестное вещество. Графен, но с уникальной структурой. Что это? Графен, но с уникальной структурой? Ничего себе, здесь уже пошли сложники за сложниками, смотри. Так, два таких надо. Вот это? Нет, нет. А, вот оно. Все, нашел. Отлично. Все, спектр найден. Фух, наконец-то. Ну, такое себе. Это не сильно сложное было. Ух ты, круто! Словно нанорешетка. Вот это и правда сильно. Отличный структурный элемент для протеза. Так, все, продолжаем. Так, пройдено. Есть научные у нас. Так, научные есть. Одна. Так, тут еще что-то нам Осборн поставлял. Это что?
Так, это да, мы сейчас к тому планшету вернемся. Здесь что? К черту! Почему я все повторяю и повторяю одну и ту же ошибку? Нельзя верить Норману Осборну. Неважно, как это может навредить другому человеку, ради прибыли Норман пойдет на все. С меня хватит. Однажды он будет на моем месте. Я покажу Норману, каково это быть беспомощным. Видимо, Норман в прошлом что-то такое сделал Доку. Да. Скорее всего. Да, они забрали протез, протеза больше нету. Жалко. Так, ладно. В лабораторию, по крайней мере, мы можем заходить, и это хорошо. Есть что-нибудь здесь? Мы вот здесь... Так, здесь мы все облазили. Да, здесь мы свой костюм где-то чинили, да? Да, тут ничего вроде бы такого нету. А, вот в этом кабинете мы ни разу не были. Помню свое первое собеседование тут. Пришел в грязной рубашке, опоздал на 10 минут, ловил грабителя. Почему Док решил меня нанять? Надеюсь, он не жалеет об этом. Да, как же мы теперь будем без его всяких штучек? Он же нам давал гаджеты всякие. Ну, в начале игры, по крайней мере, точно. Так, это что? А, это выход. Это выход. Нет, нам вот сюда, вот здесь еще, ребят. Вот здесь еще надо порешать эти электронные всякие головоломки. А, тут их нету. Недоступны, прикинь. Ну да ладно, тогда уходим. Все, в принципе, отсюда можем уходить. Давайте посмотрим, сможем ли мы сейчас открыть с вами новый костюмчик. Костюмчик Старка. Ну вот этот костюм мне тоже нравится. Железненький такой. Так, окей, давай смотреть. Гаджеты. Ну, не гаджеты, а гаджет. Ух ты, новый гаджет. Оглушающая волна. Это устройство генерирует мощную акустическую волну, подбрасывающую врагов в воздух. Круто. Так. Подожди, у нас еще есть навыки. А, очко навыка доступно. Во, пошли отсюда. Так, бесшумные нокауты прям намного больше. Нет, я хотел начать с этого конца приземления, чтобы... Ага, да, вот это берем. Отлично. Быстрый отскок теперь из списка приемов. Окей, так, где костюмы мои? Ну что ж, давайте попробуем открыть. Да, все, научный жетон у нас все хватает. Братишка-паутишка, призыв союзника, сражающего на вашей стороне в течение ограниченного времени. Костюм Старка. Открываем, ребятки. Круто. Приз получен, модник. Хе-хе, класс. Так, доступного после изготовления костюма новая функция будет выбрана автоматически. Продолжим. Выбрать любую из доступных функций костюм можно в соответствующем меню. Продолжим. Окей. Так, и здесь мне нужно поменять вот эту на вот это, по-моему, да? Кинетический батарея. Повышенная скорость накопления концентрации. Жетон испытания у меня нету. Это что, трофеи? Добивание врагов? У меня ничего не хватает, прикинь. А вот, на вот это хватает. Это что такое? Картинка требует больше времени, чтобы обнаружить вас, когда вы прячетесь. Да нет, это все не то. Так, после идеального уклонения наносим урон временно увеличивается. Нет, это тоже не то. Ладно, тогда оставим. Ну-ка, давайте посмотрим костюм Старка в деле. Круто, в принципе, выглядит неплохо. Мне нравится. Давай, давай, наверх. Оп, бах, отлично. Так, у нас утро сейчас, да? Я всегда был за правду. Когда я был репортером и издателем газеты, я печатал правду. А сейчас, будучи ведущим, я говорю ее. Иногда это больно, но в этом мой долг перед вами. И вот вам правда. В городе не тихо, не спокойно. В нем все предвещает бурю. Угроза готова всплыть на поверхность, как голодная акула из тихих вод. Человек-паук дурачит вас. Вам грозит опасность. Грозит всем нам. Что ты задумал, Джейсон? Так, тут вышка, давайте вышку разблокируем сразу. Где она? Вот это? Ты чё по-английски там болтаешь? Ты должен вообще по-русски разговаривать. Игра вроде бы как вся на русском. Есть, отлично. Поймал, вышки в районе адская кухня, о!
район адской кухни. Отлично, еще разблокируем. Потихоньку разблокируем, ребят. Ну-ка, давай смотреть. Да, потихоньку пробираемся все дальше и дальше. Ну, кстати, здесь у паука есть собственная соцсеть. И у него 15,3 миллиона подписчиков, ребят. Смотрите. Мой сын упустил свой воздушный шарик, а человек-паук стоял и смотрел, как он улетает. Раздавить паука. Видите, кто-то пишет ему здесь. Либо Нью-Йорк стал меньше вонять, либо у меня отшиво нюх. Короче, кто-то тут 9 меняет, несчастлив, на я счастлив. Если это не позитивное мышление, то что тогда? Трое наших клиентов, или как ты задержал грабителя, тебя ждет чашечка своего особенного кофе. Нюк Волкр Кравлер, это, короче, паука этот, ник. Короче, прикольно. О, костюмы новые, что тут новое? А, ну вот это, да, я смотрю, все мне доступны эти. Можно выбирать их, короче. Рок вот этот. Я могу на любой костюм это нацепить. Ну ладно, мы еще братишку-паучишку не видели, так что вот этого выберем. Все, ребят, давайте, наверное, на этом уже заканчивать. Я посижу на лопастях вертолета. Хотя нет, зачем я буду на лопастях вертолета? Я куда-нибудь пойду наверх, подальше. Вот, отлично, вот сюда. Ох, это Empire State Building, да. А там не знаю что, а там вот где-то башня Мстителей. Все, а в следующей серии продолжим. Ух ты, это что там такое? Смотри. Почему я не могу увеличивать, а? Да, там что-то светится. Ну, короче, в следующей серии, ребят, продолжим. Посмотрим, что там за задание у нас. Ну, а с вами был Человек-паук и Человек-человек. Максим. Всем удачи, всем пока, ребят.